Девчонки, посмотрите, какой у меня раз прекрасный букет лилий. Пошла, срезала, вот цветет три лилии. Это все вот эти три лилии, которые мне Леной подарили, когда я была в прошлом году в Санкт-Петербурге. Разводчицы лилии. Девочки, вы посмотрите, какие они распрекрасные. И прям вот эта вот ваза Надина, ну она вообще подо все подходит. Красотища, скажите. Ой-ой-ой, спасибо, девчонки, и за лилии, и за вазы. Все-таки мир, у него есть хорошие люди. И он щедро делится с теми, кто этого заслуживает. Ну, типа я, да? Вот такой у меня сегодня юмор, девчонка. Но на самом деле, ну вы посмотрите, какая красота. Что может быть лучше? Боже мой, боже мой. Друзья, привет! Привет, мои хорошие! Еду в магазин сегодня. Еду в магазин, чуть собралась. Мариса утром съездила жить к своему брату. Помог там, они переделывают кухню. Он им там электричество помогал тянуть. Я утром встала. Покатуюсь, сегодня послушайте, пока вам видео сделала. Из хорошего сделала, только сходила, обрезала лилии. У меня красивые лилии, три ветки огромных. И они, знаете, этим ветром повалились, потому что очень высокие они, конечно. Я пошла их срезала, поставила в новую вазу свою, шикарную. Сняла вам кусочек видео, покажу потом. Вот, еду в магазин, купить надо. Не то чтобы очень много, я составила список. Там необходимых продуктов, которые закончились, там сахар, такой соль, знаете, вот то, что, о чем никогда не думаешь, когда делаешь эти закупки. Молоко, по-моему, я не написала, а мужу надо. Тоже ж никогда нету этого молока. Поэтому поеду куплю, но буду два раза возвращаться в магазин, потому что сегодня 15 число, и у меня есть на это 15 число два таких, знаете, как бонаша, то есть когда деньги рамбурсируют, то есть вот я куплю там на такую-то сумму, и потом, допустим, на 100 евро нужно купить, и мне со 100 евро вернут 20 евро. Все-таки это, знаете, это важно. И потом второй талончик, вот тоже на сегодняшний день, он у меня на... Если на 80 евро я что-то куплю, то 10 евро мне снимут. Ну, вы знаете, вообще в данной ситуации, вообще, да и вообще я как-то никогда сильно не игнорирую этими деньгами. Поэтому я решила поехать и купить сегодня кое-что. Заодно зайду в эту, в аптеку. И куплю себе, мне нужно молочко посмотреть для лица, там, ну, что-нибудь, девочки, краску для волос, такое. Короче, сегодня посвящу целый день я этому магазину. Не очень мне хотелось туда ехать, но раз уже поеду, значит, поеду. Во Франции начались сольды. Сольды – это скидки, распродажи. Покажу вам немножко дорогу. Дорога у нас сегодня такая чистая, удивительно. Может быть, знаете почему? Вчера было 14 июля, и день взятия Бастилии, и сегодня, четверг, возможно, что люди сделали во Франции, это называется понт. Вы посмотрите, какую нам сделали дорогу. И вот эти желтые по бокам, этот, как эти, для велосипедистов. Дорога такая прям просто льется, льется. Вот они уже тут донесли разметку, еще нет, боковой разметки еще нет. Не знаю, наверное, будут делать. И сделали здесь там сплошную полосу, то есть раньше она была прерывистая, а сейчас вот нельзя обгонять. Вот видите, вот у нас начинается населенный пункт. Во Франции в населенных пунктах, ну мало ли кто на машине приедет, 50 километров. И потом в отдельных там деревнях мэрии делают 40 километров и даже, может быть, 30 километров. Но 60 вы не увидите нигде. Поэтому надо очень серьезно к этому относиться, потому что за это у нас вот, очень сильно нас здесь штрафуют, вы знаете, за это. За нарушение скорости, особенно если вот она в населенном пункте превышена.
Вот видите, идут работы 50. Вот, если в населенном пункте нарушена скорость, особенно если она там 30 километров, а вы ехали 50, там штраф, конечно, он сильно увеличивается. Вот они написали, что отсутствует разметка. Вот смотрите, какая у нас. Все цикады поют, даже слышно через окно, что поют цикады. Вон понаставили этих борна, я не знаю, как они по-русски называются, посередине дороги. Вот здесь вот видите, знак стоит. Вот отсюда тоже 50 километров. Все. Здесь вообще нас ловят всех. Ставят вот так машину. Вот смотрите, стоит машина. Вот так вот ставят машину, и, короче, сзади ставят камеру, и просто эта камера целый день снимает людей, которые приезжают. Ну, вот видите, стоит машина вот так вот, например, да, вот беленькая. Вот нам кажется, что она просто стоит, а там вообще ноги были высунуты, кто-то отдыхает. А на самом деле там стоит камера и это, и следят за этим, за скоростью. Вот, так что посмотрите опять немножко дорог французских. Тут вот у нас бар открыли. Послушайте, короче, вчера выступал Макрон перед Peuple Français. И они вводят с 1 августа обязательное ношение масок в публичных закрытых местах. То есть магазины, автобусы, естественно, аптеки, все, где закрытое пространство, в том числе и рестораны. И Марис говорит, ну ёшкин кот, ну типа, ну рестораны хорошо, а как мы в ресторанах будем это кушать? Я говорю, ну может быть там только надо до столика дойти в маске, а потом уже снять ее. Ну ты ж не будешь сидеть в маске в ресторан, ты пришел, так а как есть? Ну, короче, рестораторы во Франции, они вообще в полной попе, потому что, вы понимаете, они же все практически снимают эти помещения. То есть стены, само помещение принадлежит кому-то. Смотреть нечего, надо переключиться. Вот, принадлежит кому-то, они снимают эти стены, как бы помещение. Кроме того, что они платят налог, естественно, за свой сервис, то, что они там продают что-то нам в ресторане. Они еще к тому же платят вот этому человеку за аренду. Естественно, что аренду никто не отменял. Вообще этим людям, и кто сдает аренду? Они же тоже все задекларированные, что они сдают там кто-то. У них же тоже приходят налоги. Короче, вот в этом плане во Франции, конечно, полная катастрофа. Вообще, все, что касается именно ресторанов и так далее, люди просто продают, выставляют, это называется билайн, то есть, ну, выставляют на продажу. И вообще все очень грустно. Сказать так, что экономика не поднимается, она только все хуже и хуже с каждым днем. И люди не знают, что делать, многие лишились работы, в принципе, как и везде. Но так как я сегодня живу во Франции, вы понимаете, я вам рассказываю про Францию. Сегодня. Потому что все так, знаете, все непросто. Я поднимаюсь на этот накрытый паркинг. Ой, послушайте, он пустой, посмотрите, какой у нас огромный здесь паркинг. Я сейчас выберу себе место, чтобы не очень далеко и такое. Я вот здесь вот люблю парковаться, мне здесь никто никогда не мешает. Так, все, я приехала. Ну вот, все, я запарковалась. Чуть выбрала себе место, вот паркинг пустой, девочки, я не знаю, как это так, но вот когда пустые паркинги, вот всегда ты ищешь это место 3 часа, хотя бери любое и все. Так, смотрите, масочки. Вот, но мне не пришли, послушайте, надо мне, наверное, написать, может быть, деньги вернут. Такие вот защипы сзади за масками.
Они мне большие, вот эти маски, поэтому я завязываю вот так, смотрите, дам сейчас вам мастер-класс. Завязываю вот так вот эти все, вот эти узелочки, чтобы маски не спадали, иначе она мне просто ничего не закрывает. А я, если одеваю маску, ну, для того, чтобы защищаться, поэтому всю маску взяла. Все, беру, где ключи положила. Снимаю телефон, беру тележку, пошла. У меня с ним много забот. Все, мои хорошие, до встречи. Я протираю сначала вот эти поручни, ну, в смысле, тележку. И потом еще с собой салфеточку беру, еще когда буду брать сканету, еще сканетку возьму, протру. Ну, потому что, знаете, все-таки это грязно, правда же? Вот, поэтому у нас в аптеке такие продают. Хлордексин. Я купила, и, слушайте, и вот мы приезжаем, видите, я вот запарковалась вот так вот. Все, сейчас это брошу. Но это очень удобно, потому что раз так я ее кидаю под ноги, все, теперь пошла. В итоге я протерла вот эта четвертая корзинка, с которой я уехала. То вот этой штучки нет, то не вставляется. Я протерла, жетон не вставился. Потом я одну вытащила, вычистила, колесики не поехали. Послушайте, это просто какая-то жесть. Ненавижу я эти магазины. Но правда, Жан-Казино очень плохие. Эти корзинки, колесики не едут вообще. Ну вот, все сняли. Стоял раньше этот, как его, ну, на французском визир. Там человек на секрете, да? И у него был стол стоял, и стояли эти гели. Теперь посмотрите, куда они зафигачили жель. Этот гель вот сюда. Обходись вон там. Ну, кто сюда пойдет? Ну, это я просто знаю. Короче, девочки, я бы что, французы вообще глупые. Ну, вот, друзья мои, я в магазине. Я взяла свою вот сканеточку. Вот у меня, видите, я сканирую. И здесь у нас, посмотрите, какие роскошные предложения. Вот если ты берешь второй сыр вот такой, у тебя 60% будет. Вот на этот вообще на третий 100%. Но это очень много нам с Марисом. Поэтому я сейчас быстренько набираю всего тяжелого, пойду куплю крокеты моей собаке, еду моей Мэгги, и потом уже вернусь и буду немножечко тут уже тягаться и выбирать, что мне хочется, потому что на самом деле курсы делать сегодня не так-то просто. Вот здесь вот тоже, смотрите, видите, например, йогурт. Один берешь, 8, второй будет 50%. Вот это вот я возьму. Дальше. Ну и вот, вот этот очень вкусный взбитый творог, я его тоже люблю. Ну, короче, надо смотреть по ценам, потому что цены кусаются. Вот обязательно нужно взять мне моцареллу, потому что у нас пошли томаты. Не знаю, что вы слышите через маску. Я же стою в маске, поэтому я ничего не хочу снимать, потому что маска, мне это мешает. Это моя первая загрузка. Я тут взяла дыньку, арбуз, потом взяла такие вкусные печенюшки. Но я вам сделаю обзор. Вот в этой зеленой сумке холодильники, там у меня свежие продукты, там у меня йогурты, там у меня сыры, там у меня сметана. Что там? Ну, все, что свежее. Я не брала еще ни ветчину, ничего, но я возвращаюсь. Вот это вот все стоит, что там вот в этом, 186 евро и 32 евро у меня было скидки. То есть 20 евро купон, и еще на 12 евро была скидка. Там я взяла, покажу уже дома, взяла моющие две бутылки. Вторая бутылка была 80%, марка Умо. Но, знаете, на лето вот на это все цветное очень даже неплохо. Поэтому сейчас я иду в магазин по второму кругу. И я уже была в парафармасии, я уже присмотрела себе масло косметическое. Хочу взять два масла, абрикосы обязательно. И, знаете, разные марки, разные цены. Так вот, я их сканирую, и вы знаете, то, что я просканировала, которое подороже, оно хорошего качества, то есть там чистяк. А вот то, что подешевле, девочки, скан так себе. Поэтому не могу для рукой толкать тележку. Поэтому, девчонки,
На это я вам хочу сказать, что я даже не знаю, как правильно быть, как правильно поступать, то ли купить подешевле и просто не сканировать, то ли взять хорошего качества. Все-таки масла и косметические я покупаю очень редко, ну, в смысле, очень редко, у меня их много. Вот какое-то новое масло, там, допустим, новое масло появится или мне нужно, да, я иду его докупаю. Ну вот у меня уже, допустим, ой, у меня миндальное масло уже старое. Миндальное масло старое, масло касторки. Осталось 2 капли, и вы знаете, есть масло черной касторки, вот именно так и написано, Ресан Нуар. Он идет только для волос, и там надо делать, знаете, на ночь наносить на волосы, заматывать полотенцем и утром смывать, и говорят, что прям вообще эффект вау. Так вот, тоже стоит 10 евро, но вот попробуй наберись этих масел. Поэтому я сейчас вот второй раз иду, уже сейчас мне осталось там по списку сахар, там то-то, то-то, агар-агар де патчи. Вот, и все тяжелое я уже оставила в этом машине. Останется там, может быть, консервы для собаки и все. Ну, короче, вот так вот все это я хожу. А почему второй раз иду? Потому что у меня есть еще на 10 евро талон, если я возьму продуктов на 80 евро. Вот, девочка, сегодня на 80 евро во Франции вообще ничего не возьмешь, поэтому пошла. Девочки, короче, я теперь в примерочной. У меня вот здесь вот столько набрано всего. У нас же начались скидки. Вот эти брюки единственные, послушайте, которые я сразу взяла, они не содержаны. Представляете, как обидно. 30 евро они стоят, но если они мне подойдут, я их возьму. Ну и потом там всякие разные кофточки. Но мне кажется, это будет шикарно. Сейчас одену. Ну вот второй мой заход, друзья мои. 7 часов вечера. Я провела полдня в магазине. Вообще честно отработала день. Короче, чуть закрывается моя машина. Смотрите. Все-таки закрылась. Вот. И здесь у меня еще, смотрите, вот это... Ой-ой-ой-ой, сейчас... Тележку удали, здесь такие слизняки. Так у меня еще, смотрите, вот этот мешочек из аптеки. Там, ой, там вообще все такое классное. Там маслица мои. Я еще себе масло купила. И здесь, смотрите, это мужу календарь. Здесь мне вот такое досье, листочки. Ну, короче, девочка, я сегодня провела день в магазине. Вы должны понять, что это сумасшествие. Короче, 8 час. Посмотрите на меня. На мне даже нет лица. Я тут пока руки спиртом промыла, то все, девочки, послушайте, в маске задохнулась. Я просто задохнулась, как это ужасно. Мне кажется, у меня вот здесь вот следы, и очень жарко, и людей много в магазине стало. Правда, мне повезло, я сегодня дважды, я не вижу, смогу ли я, подождите, смогу ли я тут протиснуться. И, короче, сегодня я же 2 раза заходила в магазин. А у меня такая штучка, да, сканета. И, короче, у нас есть такая касса, где проходишь, вот, ну, если у тебя меньше 10 артиклей, ты сам как бы сканируешь это, так и быстрый проход. И теперь видно, они у тех, те, у кого есть сканеты, то есть вот эти вот штучки, то есть мы обычно, ну, я не знаю, но меня вот опять не проверяли на этих кассах. Они берут, чак, проводят, я им даю вот эту свой этот вот талончик, там 20 евро, 10 евро, чтобы они мне отняли. И очень быстро, то есть я еще не делала сегодня очередь, не делала очередь. Вы видите, как я говорю, не стояла в очереди на кассу. Потому что вот сейчас второй раз было много людей. И подождите, сейчас мне нужно посмотреть. Я такая немножко уставшая. Короче, за 2 раза, друзья мои, опля, есть волонтера, есть машина. За 2 раза я сегодня, там еще одна машина, солнце я ничего на машине переключу. Видно, не видно. Ничего не видно же. Плохо выезжать отсюда. Вот, и короче, 260 евро, или там 264 даже. И давайте вам посмотрите на дорогу немножечко, как у нас тут катается народ.
Ну, я много чего сегодня купила. Я купила бутылку джина, я купила бутылку мартини какой-то. И Кири, когда ездила, Вера меня угощала таким мартини. Он не такой мартини, как обычный, а такой, знаете, немножко терпкий. Он похож на этот, на кампари. Ага, никого. Вот, и он такой, знаете, как немножко с привкусом грейпфрутовой корочки такой. Замечательный. Я его никогда, я его, честно, никогда не видела. У него такая оранжевая такая этикеточка, и какое-то там слово написано. Я говорю, Ирка, где ты уже выцепила этот... Слушайте, я в очках, я ничего не вижу. Я говорю, где ты уже нашла этот мартини? А у нее там оставалось, ну, буквально нам там на один коктейльчик. Вот, короче, я такую бутылку купила, и там было, она была в таком, как бы, в подарочной коробочке, и там еще была бутылка тоника. Вот, поэтому я там сегодня купила, видите, немножко, потом собаке купила эти. Ее корм тоже, друзья мои, 18 евро, если хотите, стоит 7,5 килограмм. Вот, поэтому еду такая... Мужу позвонила, говорю, слушай, давай будем пить аперитив, потому что я устала. Он хохочет с меня. Я говорю, я сразу, у меня такая тактика, я не знаю. Я ему сразу говорю, дорогой, я потратил 260 евро. Он такой, комема. Такой, комема? Комема, это значит так, о, однако. Я говорю, мой дорогой, ну ты же понимаешь, что я много чего купила. Ого, как тут носится у нас на эти. Чуть успела затормозить, хотела прорваться. Вот прорвалась бы я, послушайте, там понесся один вообще. Вот, поэтому еду, слушайте, ну довольная, потому что давно не была в магазине. Переключу чуть-чуть. А на дороге тоже нечего смотреть. Здесь у нас 50 вообще-то, а я несусь как сумасшедшая. Вот ехала туда и вам рассказывала. Короче, мои хорошие девочки, друзья мои, подружки, я не знаю, вот этот вот канал «Провансалочка», я не знаю, как мне его вести, если честно, потому что я же убрала отсюда все. Я убрала маски, я убрала... Ой, Артюрина. Я убрала маски, я убрала еду, короче, я все поубирала с этого канала, остается что? Остается этот, как его, огород, типа, и мои путешествия. А мы тут уже никуда, ну, ездили бы в Экс-ан-Прованс, уже я вам выставила, да? Здесь вот тоже, кстати, 50. Я лечу, как это, сумасшедшая. И показывать нечего, и будут немножко там помидоры, я не знаю, что... Ну, девочки, вы понимаете, я вообще, как бы, я же ухожу от огорода, я вообще не хочу огородом заниматься. Поэтому роз в данный момент у меня нету. То есть розы у нас уже отцвели. Они теперь только зацветут где-нибудь, может быть, в сентябре. Кто-то идет вон там, а вот солнце светит так, ничего не видно. Но я вот так вот издалека его увидела. Здесь у нас тоже 50. У нас вот здесь вот слева, вот здесь вот слева церковь. Наша ортодоксская, но она румынская, там читают эти, ну, как их называют, служба на румынском языке и на французском. И я знаю, что девчонки с Экс-ан-Прованса, они ходят, закрыла окно, потому что такой ветер вообще. Я один раз заходила, посмотрела, и там одни, не хочу ничего говорить. Даже не в плане того, что я там расистка, не расистка, но такие люди какие-то там подозрительные были. Девочки наши ходят русскоговорящие на Рождество, по-моему, они ходят, и на Пасху бывает служба. А я как-то, девочки, я не знаю, я вообще как-то ушла от этого всего церковного. Я вот в душе верю, что нужно быть хорошим человеком, что нужно никого не обижать. Не нужно ничего делать плохого людям и близким, не людям, не близким, вообще людям не надо ничего плохого делать. Вот, любить природу, жить по совести. Вот весь мой Бог в моей душе, потому что, ну, нет возможности у нас тут сходить на службу. В церкви все русские, а не в Ницце. Вот это вот наша церковь.
ну, в Ниццу не наедешься, а в Марселе Ира моя начинала туда ездить, но потом я, она перестала туда ездить, я не знаю, она там даже людей встретила, и даже куда-то они собирались там ехать, не помню, ездили, не ездили. Вот как-то она быстро тоже от этого ушла, но там, знаете, церковь. Ой, что меня понесло сейчас? Но там церковь такая, я вам хочу сказать. Гаражи, вот гаражи, да, сняли гараж и там сделали церковь. Видите, даже мне место уступили. Они так иногда еще не уступают место даже. Девочки совсем молоденькие. Наездницы и наездники здесь меняются вообще. Тяжелая работа, выгуливают. Это вот они выгуливают лошадей, которых это частные, это чьи-то лошади, и они вот их держат в клубе, платят за это дурные деньги. Приезжают там, я не знаю, приезжают ли они там на выходные, каждые выходные или там что, но... Короче, вот наездники прогуливают лошадей. Устала, честно хочу сказать, я сегодня там перекусила. И это голодная, кушать хочется. И вчера так себе, что-то мы с Марисом вообще стали мало есть, хочу сказать вам. Ну вот я мало ем, а масок много для лица делаю. Сегодня купила еще себе раз-два. Три масла и купила масло апельсина. Вот. А те масла, которые мне нужны, масло систа там и масло, у меня масло бессмертника закончилось, кстати. И это они очень дорогие, послушайте. Вот я сейчас посмотрела, 19.30 это масло систа, я даже не знаю, как его перевести вам. И потом еще мне нужно масло, так оно и называется, зеленого мира. Собака переключает. Она должна сейчас бежать. Смотрите, моя моя гусечка, моя девочка. Баскервилли, моя Дима, тишлятка. Ой, и второй мой дорогой муж. Вот поэтому купила только масло апельсина, оно 5 евро стоит. Я там нашла один сайт, на котором я буду себе заказывать всякие составляющие для масок, да? И у них продают в маленьких объемах, такие по 2 миллилитра там. Это... Поэтому оно, ну, получается дешевле, да? Да я вообще против больших упаковок. Вот масло косметическое сегодня купила, я считаю, что они большие. Все, я приехала, так что все, пока-пока. Потом сделаю обзор покупок. Девчонки, привет! Я сегодня такая вся очень уставшая. Вчера была целый день в магазине. Но Марис с утра, мы заказали же душ солнечный. Марис его делает, слышите, цикады. Я сейчас пойду делать маску, послушайте, ну не маску, а этот тоник свой. Чувствую себя так себе, но это все временно. Просто я немножечко устала. Смотрите, Марис тут делает все по-научному. Вот он заливает цементом, он пошел. Смотрите, видите, вот возле дерева стоит вот эта труба. Это будет наш солнечный душ. Ну, Марису стукнуло, послушайте, мы его купили. Вот этот будет открываться душ. Вода набирается вот в эту трубу. Там сзади есть такой привод, со шланга набирается. Вот отсюда будет литься водичка. И вот этот крантик, чтобы мыть ноги. Вот он сделает сейчас соколь, он хочет чуть-чуть поднять. И все это забетонирует. И потом он сказал, он поедет к своему зятю, купит там какой-то мешок белых камушков и сделает красиво. Я ему говорю, делай бортик, чтобы вот этот вот, ну вот все, что вот вокруг. И я ему говорю, давай тогда уже смотрите, вот отсюда, вот так вот. Если у его дочки там неиспользованные какие-то там, ну, плиточки, выложим, чтобы идти вон туда, если ноги нужно сполоснуть. Потому что, девочки, видите, у нас все выгорело, так страшно. Шириже то фильма дежа. Смотрите, наш травоёр пришел. Травоёр это работник. Вот, девочки, он счастлив, когда он может копать, что-то цементировать. Вот прямо-то его. Ой, как кричит. Чульвалпа? Вот. Досигали. Девочки, вот она где-то сидит, вот я ее слышу, она одна кричит. Вот она где-то вон там, на этой ветке, видите, которая идет в сторону. Ох, боже мой, он же мне ее словил, я еще вам просто не показывала. Вот здесь вот лавандочка у нас, там розочка. Ну все, я оставляю работу своего мужа и его помощницы. Миги, миги, ди бонжур. Бонжи в фильме. Через он телефон или у Сулейма Рализаман?
Вот как еще не ушла отсюда. Посмотрите, как у нас все выгорело уже. Ну все, розочки отцвели, девочки. Второй раз надо мне их обрезать. Она такая долгоиграющая. Молодец, умничка, розочка. А здесь, девочки, у меня вот клубнику мы второй раз собираем. Мы такую же, знаете, такую уже, смотрите, вон видите, прячется она от нас. Мы уже такую мисочку насобирали. У меня в этом году, честно сказать, смотрите, смотрите, что делается. Надо на обед собрать, полакомиться. Я вчера персиков, абрикосов купила. Кстати, абрикосы тоже неплохие. А вот здесь, девочки, смотрите, вот у меня стаканчики. Вот здесь хорошо взялся. Вот здесь хорошо взялось. Это моя Шарлотта, это что я вот усы получала. А вот здесь вот, девочки, все пропало. Вот только один. Один, может быть, здесь что-то вылезет. Но пока не вырываю, может, корешочки возьмутся. Она же клубника такая. Ага, вон, допустим, у меня Дарья. Это георгина подвяла, надо полить. Ну, вот здесь вот я все вычистила. Здесь я и нашла свои лилии, которые вот я вам сняла. Вот, девочки, я тут хожу, изучаю. Я вчера купила масла. Девочки, как правильно сказать, надо говорить масло, когда мы во множественном числе, или масла. Потому что кремы, нужно говорить, говорить кремы, а не крема. А вот масла или масло, я вчера купила масло. Не знаю, девочки, надо мне поискать самой тоже, конечно, погуглить. Ну так, пока я погуглю, уже это, снимаю я уже. Вот, и вот здесь вот у меня, который, да, ковер из маргариток, вот это масло я купила, Покоретто. И, кстати, я пока искала перевод на русский, чтобы вам поподробнее объяснить про это масло. Оно у вас тоже есть на... У вас есть, оказывается, русский аромазона. Девочки, аромазона – это вообще один из самых таких классных сайтов во Франции, я вам хочу сказать... Потому что я подписана на многих сайтах. Вот на этом сайте вы найдете все объяснения, во всяком случае на французском. Какое бы я масло ни набрала, эфирное, косметическое, все расскажут и сразу же дадут рецепты. Вот, надо вчера, позавчера мы дождик тут делали. Попрошу, может быть, мужа сегодня вечером тоже сделать. Очень-очень он жарко, девочки. И вот сейчас давайте сходим. Я покажу, сейчас я сниму. И вам покажу заодно, и это, и на второй канал, на француженку поставлю, если есть цветочек этот, сейчас глянем. Где-то вот у меня они здесь были, они что, не цветут, что ли? Ну, вот она, ага. Смотрите, вот видите, это Belle d'une vie. Это вот, как же она, Онарго. Так, смотрите, мои девочки, кто подписан на мадам француженку, вот это масло, которое я вам сейчас вот, ну, буду показывать, применять в своих этих рецептах косметических, масло Анагра. Вот, и это ночная красавица, вот это вот примула ночная, она у вас называется по-французски Belle d'une vie. Вот с ее семян, которые у нее достаточно много, делают холодный отжим, получается вот это великолепное масло. И даже вот я сейчас прочитала, что если у вас есть только одно это масло, то кончайте искать, прекращайте искать масла для... от старости. Это самое лучшее масло женское. И, кстати, его и вовнутрь хорошо принимать. Оно регулирует всю нашу гормональную систему, особенно вот у кого пременопаузы, паузы, тяжелая менструация и так. И вот недаром же ее называют ночная красавица. Короче, красавица, которая нам должна во всем помогать. Все. Смотрите, у меня тут мой сад-огород. Давно не снимала, ну что? Опять же, послушайте, я ее обрежу этой осенью. Выбросить не выброшу, пожалею, конечно, но обрежу коротко. Не знаю, что видите снова в этом горшке, но я задолбалась поливать, если честно. Это я вам, девочки, вытаскиваю, потихонечку показываю мои вчерашние покупки, которые я приобрела в аптеке и которым я очень-очень рада. То есть не все, вот не все, все в аптеке. Но, так, а что-то, мне кажется, мне чего-то не хватает.
Ну вот, все нашла, все вытащила. Значит, смотрите, мне пришло вот в каком-то журнале, наверное, в моем журнале «Авантаж» был приклеен вот этот пробничек. «Сэра Ви» называется.